Ульяновский художественный музей продлил работу выставки произведений нашего земляка, народного художника России, лауреата Пластовской премии Виктора Сафронова. Экспозиция получилась очень неординарной. Виктор Алексеевич больше известен своими произведениями на тему Великой Отечественной войны, но работы, представленные на выставке, посвящены столетию Великой Российской революции. Многие из них посетители музея могут увидеть впервые. Не случайно в самом центре нашей экспозиции его картины, которые были созданы еще в 80-е годы. В них тема революции рождается на наших глазах в образах уже хорошо известных к тому времени. В них есть, безусловно, героическое начало. В них есть пафос, выраженный в лозунгах «Вся власть советам». На выставке есть картины, которые рассказывают о жизни России в послереволюционные годы. Они говорят нам о художнике, как о человеке, который очень остро чувствует все проблемы, неурядицы людей, живущих в тех сложных исторических условиях. Особое место отведено картине «Нерукотворный образ», где изображен непривычный образ Христа Спасителя. Он трагичен, как и все, что было связано в то время с православием, церковью, верой. Натюрморт «Звезда» хорошо показывает нам трансформацию символов советской эпохи. Звезда оплетена колючей проволокой. Более подробно о картинах экспозиции и как они создавались можно узнать от самого художника. Творческая встреча с Виктором Алексеевичем Сафроновым пройдет 11 октября в 15:00 в выставочном зале Ульяновского художественного музея. Вход свободный. Выставка будет работать до 5 ноября. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.